Хирургический комплекс, открытый в Димитровграде в конце 2019 года. Широкие коридоры, большие светлые палаты, новейшее оборудование. По инициативе губернатора Сергея Ивановича Морозова, который обратился к руководителю Федерального медико-биологического агентства Владимиру Викторовичу Уйба, на сегодняшний день было принято решение, что на базе хирургического комплекса федерального нашего центра будет создан травмцентр второго уровня. Травмцентр второго уровня предназначен для того, чтобы сюда поступали пациенты после ДТП. Так как трасса Ульяновск-Самара у нас практически не обеспечена медицинскими учреждениями, а именно травмцентрами. По факту для начала работы травмцентра в Димитровграде есть все необходимое. Осталось оформить все юридически и составить схему маршрутизации. Напомним, об открытии травмцентра второго уровня впервые заговорили в конце декабря. Сергей Морозов рассказал об этом главе города Богдану Павленко во время подведения итогов одного из своих визитов в наш город. И это, несомненно, очень хороший, большой успех, потому что это и новая техника, и новое оборудование, и новые возможности превращения здравоохранения города Димитровграда в один из самых главных центров, медицинских центров Поволжья. Территориальная расположенность и близость учреждения к федеральной трассе Ульяновск-Димитровград-Самара позволит снизить смертность от травм, полученных в результате ДТП. После дорожно-транспортных происшествий большинство больных у нас поступают с сочетанными травмами. Сочетанные травмы подразумевают повреждение ни одного плана органов. То есть повреждается и скелетная составляющая, и внутренние органы. Работают совместные хирурги и травматологи, нейрохирург. Поэтому травмы называются сочетанные, когда поражаются несколько систем органов. Эта помощь оказывается у нас в полном объеме. Для оказания специализированной помощи пострадавшим в ДТП в фир-корпусе есть оперблок на 6 операционных, противошоковая палата в приемном отделении и, конечно же, хирургическое и травматологическое отделение. Последнее рассчитано на 35 коек. Проводятся все виды операций, в том числе так называемый золотой стандарт лечения. Это блокируемый остеосинтез длинных трубчатых костей с помощью погружных конструкций. В частности, но именно то, что я держу в руках, это интрамедулярный стержень для голени большеберцовой кости. В случае необходимости врачи могут оказать все виды травматологической и ортопедической помощи. Предполагается, что травмцентр в Димитровграде начнет работать с 1 марта. Татьяна Елисеева, Виталий Немов, специально для «Репортер 73» из Димитровграда.